Всем привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Ата. Сегодня, друзья мои, пришла ко мне идея начать день с правильного питания. И для этого я приготовлю закуску с яйцами с авокадо, сделаю такие бутербродики. А вторую часть значит, авокадо я приготовлю маску для лица. Ну что, поехали, начинаем! Мы начинаем с закуски из яиц и авокадо. Ну, для этого мы, значит, яйца я отварила. Вот так складываю такой чоппер. Сейчас берем авокадо. Разрезаем его. Такой спелый авокадо. Знаете что, хотя в Мерсине растут авокадо, но они очень дорогие. Вот так, значит, я. Он такой мягкий, спелый. Обалденный авокадо. Вторую часть мы используем на маску. Так, вот эту косточку, знаете, что я возьму? Ее потом посажу. Ну, сделаем чуть-чуть побольше, что на маску так много не нужно. А это мы с яичками покушаем. Сейчас мы это разомнем. Так, такая кашица готова. Размельчаем. Буквально минута. Добавляем туда дольку чеснока. Только буквально для запаха. Перчим. Я люблю остренькое все. Солим. Соль можно немножко. И добавляю вот такое вот растительное масло. Мы покупаем металлических. И капельку. Для полного счастья. Может, одну ложку чайную. Много не надо. Ну и все это перемешиваем. Это рецепт из правильного питания. Мне кажется, отличный будет у меня с кофе завтрак, не так ли? Теперь беру я вот такой хлеб чавдар, называется в Турции. Он из ржаной муки. Посмотрите, какой хороший хлебушек, вообще красота. И формирую бутерброды. Завтрак мой готов. Бутерброды, закуска такая, из авокадо, яиц, чесночка, оливкового масла, перчика, соли. Приятного аппетита! А сейчас я приступлю к приготовлению маски из авокадо. Точно таким же образом. Значит, нужно взять авокадо. Вы знаете, что я сама придумала? Я ни от кого это не смотрела. Вот что вот захотелось мне вот самой придумать. Так, это, мне кажется, будет достаточно. Давайте возьмем все, очистим. Добавить туда белок. И добавлю каштановый мед. Я его привезла из Грузии. Здесь очень дорогой каштановый мед, друзья мои. 150 лир килограмм. А там мы взяли по 60 лир килограмм. И чайную ложку вот добавлю каштанового меда. Ой, моя кожа будет праздник сегодня. И надо пользовать ее сейчас. Сразу же. На очищенную кожу это я все продемонстрирую. Маска готова. Ну что, мои хорошие, как я вам сделала масочку в мозг, когда я вышла в ванной, в шоке, глаза округлились. Я вот так часто делаю сюрпризы, то глиняную маску, то такую. Ну так вот, какая красивая. Вы знаете, что ощущения какие, немножко пощипывать, но будьте осторожны, у кого проблема, аллергия есть на мед. То есть как вы можете проверить, если вы внутрь мед принимаете, у вас нет никакой реакции аллергии, то вы можете спокойно добавлять в маску мед.
Я использую каштановый мед, так сказала. Так вот, вот я сейчас подожду полчаса, как оно впитается, потом смою. И вот посмотрите, с одного авокадо я сделала себе и маску, и бутерброды из полезного питания. Ну что, надеюсь, вам понравилось видео. И я понравилась, такая красавица. Зеленая жаба. Похожа на зеленую жабу. Так вот, мои хорошие. Всех люблю, целую. Пока-пока. С вами была Светлана Арта. И авокадо.